рамках традиционных апрельских прямых эфиров с руководством территориальных органов государственной власти смотрите в эту пятницу 20 апреля с 19:00 прямой эфир о состоянии правопорядка в городе с начальником Славутического отделения полиции Кудренко Дмитрием Владимировичем. Контактный телефон 236-21. Именно по этому телефону вы можете заранее задать вопросы к начальнику Славутического отделения полиции. Напоминаю, прямой эфир 20 апреля с 19:00. Запрошуємо вас до храму. Щоб Господу і всім святим разом звершити молитву з нами. Маю за честь вітати вас від міської громади в вашому місті Славутичі, в наймолодшому місті України, місті, яке тісно пов'язане з своєю долею, що може свою трагедію. Ви знаєте, відкриття і освячення нового храму в місті – це дуже важливо для нас. Це наша надія, це наша віра в майбутнє. Дякую вам, що ви завітали до нас і раді бачити наше місто. Дуже дякую. Ми просимо вас звершити чин освячення новозбудованого храму, зведеного в честь ікони Божої Матері Неустанної Помочі, очолити архієрейську літургію, піднести молитви до Господа за нашу парафію, за наших дітей, за наше місто та за мир у нашій батьківщині. 15 апреля в Славутичі пройшло освящение храма, построенного в честь иконы Божией Матери «Неустанна Помощь». В освящении принял участие патриарх Святослав. Достойні гості сьогоднішнього торжества, дорогі діти, Христос воскрес! Ми знаємо, що після свого славного триденного воскресіння Господь наш Ісус Христос ще 40 днів перебував серед своїх учнів. 40 днів приходив до них і дав можливість зустрітися з воскреслим. Подякувати вам за вашу працю і привітати вас з тим великим днем. Я хочу побажати кожному з нас бути живими членами воскреслого тіла Христового, яким є Церква. Бути справді віруючими людьми, які, подібно як апостол Тома, сьогодні скажуть собі, Богові і людям, Христос є Господь мій і Бог мій. Це означає, що я хочу жити згідно того дару вічного життя, якого ми причастилися сьогодні у храмі. Я хочу побажати вам цю вашу силу віри перетворювати в щоденну надію, яка буде рухати нами, розвивати, відкривати нові перспективи для цього міста, для цієї громади, для цих діточок, для яких сьогодні цей храм є посвячений. Кроме патриарха в торжественной литургии взяли участие отец Петро Лоза, декан Черниговского протопресвитерства отец Роман Пушка и эконом Киевской архиепархии отец Иван Сохан. Посвящение и литургию пением сопровождали сестры-миссионерки Святого Избавителя, а прислуживали братья-семинаристы Киевской трехсвятительской духовной семинарии. Бо храми освячуються і будуються навіть не для сьогоднішнього дня, але для майбутнього. І нехай милосердний Господь Бог дарує кожному з вас можливість особистої зустрічі з Ним. Він для нас сьогодні, сюди, зараз приходить. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес!
После архиерейской божественной литургии состоялась заупокойная панихида по жертвам аварии на Чернобыльской АЭС около мемориального комплекса героев Чернобыля. Владыко, прости беззаконие наши, святый, возвятай силы немощи наши, именем Твоего ради. Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне во все час и на веки веки. В субботу, 14 апреля, в Славутиче прошел 29-й международный легкоатлетический пробег памяти героев Чернобыля. В этом году на старт вышло рекордное число участников – 330 человек из Украины, Белоруссии, Франции, Сирии и Греции. Украина представлена такими городами, как Киев, Измаил, Белая Церковь, Чернигов, Сумы, Пирятин, Батурин, Запорожье, Днепр, Бердичев, Ивано-Франковск, Бахмач, Нежин, Ирпень, Кролевец, Львов, Харьков, Прилуки, Южноукраинск и, конечно, наш родной Славутич, за которой выступило 80 любителей бега. Сразу отметим, что все победители в забегах на 5, 10 и 21 километр показали результаты лучшие, чем победители в тех же дистанциях в 2017 году. На дистанции 5 километров у мужчин победил Николайчук Дмитрий из Киева с результатом 15 минут 42 секунды. Как с твоей точки зрения бежалось? Дякую. Гарно бігалося, в принципі. Трасу в цього року поміняв, я давно вас був, 2 роки назад. Тому нова траса, цікава, до речі, було приємно бігти. Організація, дякую, я завжди радий приїжджати в Славутич. І бачите, стільки радісних і віддані своїй справі людей. Дякую вам, траса була гарна, біглася теж гарно. Єдине відео трошки десь помагало, десь мішало. А так, взагалі, дякую за організацію, гарне свято. У тебя очень мощный старт был, ты оторвался сразу же. Это у тебя такой, принципе, были планы, или у тебя просто была скорость определенная? В принципе, я вчера трошки ножку потягнул, да. Я сегодня не знаю, как бегать, тому я побег, в принципе, плавно, да. А потом уже начал разгоняться. Я бы сказал, что старт был шуткий. А дистанция у меня 800 метров, так что... понятно. Хай на тренування сьогодні. На втором месте Владимир Сахно, на третьем Марциновский Артур. На дистанции 5 километров у женщин победительницей стала Кутах Юля. Результат 19 минут 15 секунд. И вам не мешал флаг вашего общества? Справа в том, что я флаг тримала в руках, а вот тут я за 200 метров уже взяла. Взагалі заважав, потому что дуже вітер не задує. Вообще довольны пробег? Дуже подобається, все класно і дуже хороше місто, дуже чисто. Перше, що кидається в очі, багато зелені, дуже чистенько. Так що супер, думаю, будемо приїжджати, дай Бог, щорічно. Дякую, удачі вам. Дякую вам. Друге місце – Солодка Катерина Нежин і третє – Вороная Валентина Чернігов. Словачане заняли много призовых мест в своих возрастных категориях на дистанции 5 километров. Сибирская Анастасия – второе место, Якушева Таисия – третье, Поштаренко Анастасия – второе место, Порубец Дана – третье место, Домнин Марк – первое место, Зайцев Арсений – третье место, Дрозд Наталья – второе место, Шанина Лидия – второе место, Оленич Игорь – третье место, Говоров Валерий – второе место, Бабенко Василий – третье место. На дистанции 10 километров у мужчин призерами стали – победил Тенников Константин 33 минуты и 28 секунд. И вы помните очень эмоциональное интервью. Это связано с тем, что я начинаю заново свою карьеру. Я... Не. Просто я поздно начал. Потом топ-диспансеры продолжали. Много было моментов. Коли по молодежи я третій був, я попав в туб-диспансер. Я не бігав, це просто була тренировка. Це було без підготовки взагалі. І за того так емоціонально. Що я перетерпів навіть себе. Я не мог, наприклад, біжати різними темпами. Я мог одним темпом біжати, хорошим там темпом, але не мог додати, переключатися не мог. А зараз я можу переключатися. Я можу додати, коли хочу. От навіть на фініш, я зараз можу не додати, я бачу дівчинку, мені треба її обогнати. Просто для себе, щоб потім на следующих стартах можно было бороться на конкурентоспособным быть.
На втором месте Назаренко Александр, Киев. На третьем Сотник Евгений, Чернигов. На дистанции 10 километров у женщин победила Анна Иващук, Киев. На втором месте Гроботенко, Киев. И на третьем Вегера Александра, Киев. А далее список словучан, которые заняли призовые места в своих возрастных категориях на дистанции 10 километров. Хабел Валентина – первое место, Катамай Марина – третье место, Салтыков Антон – третье место, Приходько Павел – второе место, Примак Ярослав – третье место, Сафаров Александр – третье место. И результаты в забеге на 21 километр 97 метров, полумарафон. Победителями стали Якимчук Олег, Киев, 1 час 10:39 секунд. Один из самых лучших результатов в наших забегах. Для сравнения, победитель полумарафона в 2017 году показал результат практически на 5 минут хуже. 1 час 15:33 секунды. Траса сподобалась. Все було, ну, цікаво, швидкісна, ну, перепади, там невеликі висоти були, але вони, ну, не суттєві. Да, якраз. І вітер, ну, тільки в зворотньому напрямку трохи, і то не по всій дистанції, там, де, ну, на полі більше отак. А так в лісі взагалі чудово. Добре, результат на сьогодні десь 10:10, насправді. Ну, година 10:40 в мене я взяв. В прошлому році був година 15, так що у вас дуже прилічний результат. Ну, я кажу, я задоволений, я пробіг по особистому рекорду, тому я, ну, повністю задоволений. На второму місці Дербенев Євгеній Вінниця, і на третьому Лупіна Дмитрій Кагарлик. Напомню, Вадим Савещенко планував пробіжати. Я соревнуюсь сам з собою, мій рекорд на полумарафоні був 1:36 в Чернігові прошлого года. Если я пробегу быстрее, будет хорошо. Если пробегу не быстрее, тоже ничего страшного. А показал результат 1 час 52 минуты. И занял 11 место в своей возрастной категории. Лучшие женские результаты в полумарафоне. Калинищенко Анна, Киев. 1 час 26 минут 32 секунды. На втором месте экс-слоучанка, а ныне киевлянка Светлана Савеченко. И на третьем Андрушкевич Ольга. В командном первенстве первое место заняла сборная Южно-Украинская АЭС. На втором месте Чернобыль Объединенная организация профсоюза и третье место СП «Наварка». Команда ВЧ-3041 НГУ и Чернобыльская АЭС заняла четвертое и пятое места соответственно. И еще несколько видеонаблюдений нашей съемочной группы. Впервые за последние годы в полумарафоне принял участие колясочник из Чернигова Шурупа Сергей. Занял 121 место в полумарафоне. Конечно, у бегунов совершенно разные кроссовки. Кому какие нравятся. А вот на этом полумарафоне мы увидели спортсмена, который бежал босиком. Вы первый, который финишировал босиком у нас сегодня на полумарафоне, на десятке? Сознательно не могу сказать. Просто нравится бегать босиком. Просто нравится чувствовать связь с землей. Ага. Так ты и стартовал босиком? Да. Он. Да. Ага. Под дыром лежать. Да, просто классные чувства. Чувствую свободу, чувствую землю, чувствую, как асфальт под ногами. А так дружно вдвоем финишировали отец и сын. Мой батько первый раз бежит марафон в Славутичі. Ось, і... Так, да, це мій батько. У нас навіть номери, бачите? Ось. Тому я вважаю, що це дуже серйозно. Да? Син підтримав. І син підтримав, так. Да. Син біжить через тиждень в Києві, Нова пошта, півмарафон, а батько ось почав. Почав, так. Да. Спровоцировав сина, я так розумію? Да. Чекай, це в наступному році тобі 50, а марафону 30. Ну, будемо бігти обов'язково. Нормально. Можливо, навіть за 21 забіжем, я не знаю. Совершенно неожиданным было участие в забеге для нашей съемочной группы видеоинженера нашей телекомпании Юлии. Ну что, бежать на 5 километров легче, чем сидеть и монтировать сюжеты? Да, лучше. Как пробежалась? Вообще с результатом довольна? Довольна, чтобы все прибежала и финишировала, ни разу не остановилась и не прошлась. Не заладился день с утра у Лидии Шаниной, постоянной участницы в забегах на 5 и 10 километров. Все началось с номера. Сделала доброе дело Чернигову и отдала свой номер им. Осталось чужим. Претендую вообще пробежать. Ага. 5 километров. Да, за честь команды, за честь города. Пробежать, добежать, стартануть и финишировать. Финиш дался тяжело, но все же добежала. У участника под номером 100, Валерия Говорова, тоже сезон не задался. Сезон у меня провальный был. Там я осенью болел сильно, в этом реабилитировался. Ну, вы, по-моему, случайно первые пока. Да. Ну, так я потому и пятерочку выбрал, я понял. Что не готов. Готов к пятерочке? Так я обычно 21 бегун. Ну и как, побежалось сегодня хорошо?
Не обижалось-то ничего, но тяжело. Ну, это понятно. Ну, отдавал все силы, чтобы не опозорить. Ну, понятно. Сесть команды, да. Участники пробега отметили традиционно высокий уровень организации соревнований в Славутиче, комфортную домашнюю обстановку и благодарят организаторов. Администрацию, профсоюзную организацию ЧС, отдел молодежи и спорта исполкома и клуб любителей бега Славутич. Традиционно проведение соревнований оказали помощь СП «Наварка», ГУПОМ, коммунальное предприятие «Киноконцертный комплекс», полиция, медсанчасти, практически все коммунальные предприятия города. Ресторан «Славутич» приготовил вкусные обеды для участников соревнования, а дворец детей и молодежи гостеприимно принял участников пробега для проведения регистрации и церемонии награждения, а также выставил свою команду на пробег. Информационные партнеры и спонсоры — телекомпания «Медиадом» и сайт «Все пробеги». Финишную арку предоставила компания «Йома Украина». Следует выразить и огромную благодарность волонтерам, которые в этот раз очень активно принимали участие в организации пробега. Ну а в финале яркие моменты 29-го забега в памяти героев Чернобыля. За те, щоб ми радувались, вічна пам'ять і наша глибока шана. І в фіналі ще раз потрясаючий старт. Самий мощний старт в апрелі в Славутичі. Квітня у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Грація», що у Тбіліському кварталі, відбувся відкритий міський турнір з художньої гімнастики пам'яті героїв Чорнобиля.
учасників змагань депутат Славутицької міської ради Сергій Олійник. Хочеться вам пожелати здоров'я, успіхів, вам, молоді спортсмени, удачі, успіхів в соревнованні, наград, побід. Ну і всього самого, я сподіваюся, всі ви в майбутньому будете медалістами, спортсменами більшого рівня. Удачі вам, успіхів! Цього разу у чемпіонаті взяло участь більше 100 юних гімнасток – з Фастова, Українки, Білої Церкви, Ірпеня, Мукачево та Славутича. Найстарші – 2002 року народження, а наймолодші – 2014-го. За результатами 15 славутицьких спортсменок стали призерами змагань. Перше місце вибороли славутичаночки Акулініна Ліза, Джулакян Діана, Максименко Марія, Піскова Софія, Чернега Дарина. Посвідчення першого дорослого розряду з художньої гімнастики мають Базельва Тетяна, Мишко Вікторія, Максименко Марія, Чернега Дарина. А звання майстра спорту України з художньої гімнастики присвоєно Пісковій Софії. Головний суддя турніру – Кабак Наталія. Вітаємо наших юних гімнасток і їхніх тренерів з чудовими виступами, феєричними результатами і перемогами. Дякуємо всім, хто причетний до організації цього захоплюючого, чаруючого спортивного свята грації і краси. Мы уже рассказывали вам о том, что 12 апреля в московском ФОКе проходил 28-й всеукраинский турнир по дзюдо памяти героев Чернобыля. В понедельник мы побывали на тренировке юных дзюдоистов, которые после соревнований, а многие из них принимали в них участие, резвились и развлекались над татами, как обычные дети, вылетевшие погулять во двор. Приход тренера восстановил более серьезную атмосферу, и началась разминка. Мы, в свою очередь, поздравили заслуженного тренера Украины Олега Геннадьевича Копылова с успешно проведенным турниром и поинтересовались его впечатлениями. Вот мы 2 года не проводили турнир. Вот этот перерыв у нас был там, связанный с ремонтом ФОКа. Вот, наконец-то мы более-менее привели его там, в порядок, в нормальное состояние. Пригласили людей. Думали, что будет еще больше. Ну, для после перерыва, я думаю, так нормально было. 230 участников посчитали. Вот, 12 команд. Ну, приняли как могли. Как бы получилась накладка там с олимпийцем. Ну, решили вопрос. Все, там, все пошли навстречу. Все нормально. Выкрутили ситуацию, нормально все провели. Планировалось маленько больше медалей, но. Для, вот сейчас для них после перерыва я же говорю, что они как бы еще не обкатаны у нас. Вот, значит, одно золото у нас, одна серебро и 2 бронзы. Хорошо боролись. Грищенко Илья занял 5-е место, проиграл за бронзу. И Евтушенко Глеб тоже сражался, молодец вообще, в 32 килограмма тоже за бронзу проиграл. Чуть-чуть не хватило, занял 5-е место. Ну а так вот, так нормально, все как бы отражались, все отборолись по 3, по 2, по 4 схватки, нормально. Ну я так понял, энтузиазм у них же появился, теперь появилось желание побороть тех, кто их обыграл, да? Ну оно никогда не пропадает. Тут лично соревнования. Ну да. Ажиотаж, адреналин. Нет, тем более, что у них как бы это такой первый турнир, вот именно в родных стенах, да, как бы, а то мы все. По Киевам, да, по Нежинам. Лидерам турнира дали послабление, освободили от первых 15 минут тренировки. И они собрались в кругу, общались друг с другом. Самый серьезный и рассудительный из наших призеров оказался Ерохов Иван. Он занял 2-е место. Ну, а как тебе турнир понравился? Все понравилось. Я первую схватку проиграл, но остальные 3 боролся и боролся. А были какие-то очень серьезные соперники, ну, серьезнее, чем вот эти вот, те, что сзади тебя сидят? Ну, в основном серьезнее Паши был только один, с кем я боролся вторую схватку.
А самой неразговорчивой была серьезная Дарья Ерохова. Но зато у нее первое место. Самое интересное то, что я заняла первое место. А вот Щедрокова Арина, хоть и заняла третье место, абсолютно не расстроена. Впечатлений много, и она, пожалуй, самая оптимистичная. У нашей команды призеров турнира такой улыбающийся живчик. Две проиграла и третью полувыиграла. Полувыиграла? Да. Что такое за формирование? Да, как бы так получилось. Ну как вообще на турнире? Было интересно? Да, интересно. А почему интересно? Потому что всех остальных оболтусов ты уже знаешь, а там были новые и непонятно. Новые. Да, да. Ну давай скажи, что вместе делали? Ну, познакомились там с девочками, играли, пока ждали схваток. Смотри, тебе больше игра понравилась, чем схват. Нет, да. А какие-то новые приемы увидела, вот как тебя побороли там? Нет. Нет? Все то же, что ты умеешь? Да, да. Ну а что ж тогда третье? Получилось так. Получилось, но в следующий раз. В следующий раз попробую на первое место. Стены московского ФОКа украшают новые баннеры. Стало даже как-то уютнее. И, видимо, спонсоры помогли. И нам очень сильно помог ГУП управления проектом во главе с генеральным директором. Спасибо им большое вообще. Помогли нам денежно и вообще молодцы. Вот я давно мечтал об этом. Наконец-то вот мы благоустроили ФОК. Красивенько у нас стало, свежо, так уютненько. Вот. Ну и всем остальным, кто мне помогал. Дай Бог им счастья и здоровья. И дальше пусть помогают. Вот только окна верхней части ФОКа по-прежнему, как и до ремонта, выглядят плачевно. Как напоминание о двухлетнем ремонте, в котором пока не удалось поставить окончательную точку. Ну, начали уже делать ремонт, значит, ну, идите уже до конца-то, что уже ждать. Ну, страшно смотреть, окна все побиты, черные, ну, и что это. Очень было приятно. Да, и утеплить обещали ФОК тоже. Не утеплили, окна как были у нас в ужасном состоянии. Так и вот еще вот эти сетки кошмарные, ну как караул, короче, вообще. Каменный век. Вот это его как же сделали этот ФОК 30 лет назад. Вот так вот эти стекла и стоят, уже никто не мыл, ничего, они все потрескались, уже черные. Ну надо уже, если сделаете ремонт, ну... Как дома, я надеюсь. Дома уже не будешь делать. Ремонт сделал, а стекла не помыл. Пока чудо-если самостоятельно разминаются, мы поговорили о сложностях в организации таких многолюдных турниров и о ближайших соревнованиях. Да, народу много, и каждый дергает туда-сюда. Ну, знаешь, как оно обычно. Надо то. С одним сделаешь, пока идешь делать одно, уже тебе по пути еще 3-4 занять, да, 3-4 задания каких-нибудь. И, не, ну, ничего, справились, все нормально, как обычно. Ну, суета, но всегда. Да, ну нормально. Я считаю, все хорошо. Турнир следующий у нас, отборочные у нас будут, наверное, или в Василькове, или в Белой Церкви, еще точно не знаю. Это будет к чемпионату Украины по молодежи до 23 лет будем отбираться. И Украина в мае, молодежка до 23 лет. И Украина по юношам 3-4 год будет в Киеве в июне месяце, там 6-го что ли числа. Вот к этим двум стартам основным, к молодежной Украине и к юношеской Украине. Сейчас будем готовиться. Вот человека, ну да, есть 4, вот 3, сколько мы, 4 человека готовим. 4 человека должны, ну до 23 лет у нас Гоман одна поедет, Кристина. А... Да, по юношам 3-4 год, там 3 человека у нас отбирают. Я думаю, что они отберутся, достойно выступят на Украине. Хорошо, пожелаем тебе удачи. Когда на мастера спорта уже получишь? Надеюсь, не в этом году, так в следующем точно. Ага, после ремонта. Да. Сначала стулья, потом мастер спорта. И небольшой совет для родителей. Я всегда поддерживаю, чтобы родители были на тренировке, им не надо присутствовать, а вот на соревнованиях поддержать очень даже, это очень полезно и им, и ребенку. 15 апреля в спорткомплексе «Олимпиец» открылся чемпионат Украины по тяжелой атлетике для юношей и девушек до 13 лет. Кроме того, в эти же дни там проходит 27-й открытый всеукраинский турнир памяти героев Чернобыля для юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях принимают участие представители 22 областей Украины и города Киев. Я хочу вас привітати в цьому чудовому місці на цих змаганнях, які організовані на високому рівні. Я хочу побажати вам високих результатів. Хай із вас виростуть майбутні чемпіони Європи та чемпіони світу. Бажаю вам високих спортивних досягнень.
Цей турнір 27-й проходить в честь, в пам'ять героїв Чорнобиля. Це люди, багатьох яких немає з нами сьогодні, але вони спасли світ своїм життям, своїм здоров'ям. Це люди, які сьогодні продовжують робити все, щоб 30-кілометрова зона, от та, навколо Чорнобильської трагедії, щоб вона стала безпечною для всього світу. Дай Боже вам через все життя успіху, удачі і добра. Хай щастить вам! Уважаємі учасники соревнований, в этот прекрасный солнечный день я желаю вам только побед. Пускай не подведет вас здоровье, пускай вам сопутствует удача. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и идите к новым вершинам. Побед вам! Шановні друзі, я хотів би вас запросити ще до одних оплесків. От сьогодні от людина, яка заради своїх зусиль створила величезну школу на майбутнє на велике, через його натхнення, через його вдачу пройшло дуже багато молодих людей, дівчаток і хлопчиків, які його цінують і пам'ятають. Ви приїхали, кожен з вас, із тренерами, які сьогодні віддають своє натхнення, здоров'я, нерви для того, щоб ви ставали особистостями. Вони працюють на вас інколи за мізерні заробітні плати. Давайте їм міцно поаплодуємо! Спасибі вам! А утром, еще до официального открытия, прошли соревнования среди девушек в самых легких весовых категориях. И в весе до 36 килограммов было установлено 3 рекорда, в том числе и рекорд Украины. Перед началом второго потока мы успели пообщаться с заслуженным работником физической культуры и спорта Юрием Конянским, который счастлив, что все уже началось, так как сама подготовка к таким крупным соревнованиям порой отнимает еще больше сил, чем сами соревнования. Самое главное – запустить. Первые два потока показали, что все подготовлено, все вовремя, и соревнования начались без задержек. Девчата боролись. И рекорды есть, и в первом потоке среди девочек 32 килограмма были рекорд Украины, и в 36 килограмм рекорд Украины. К сожалению, это не словчанки, но думаю, что у нас все впереди. Словчанка одна выступала, это первый ее старт. Надеюсь, на следующий, вот мы сделаем следующий шаг. Так что Виктория Карпец выступала. Молодец, девочка выступила хорошо, я доволен. Но пока на призы мы не, на пьедестал не поднялись, да. А по турниру, по чемпионату Украины скажу, что количество участников общее 331 человек. Представительство команд по чемпионату Украины 22 команды. Прибыли команды из Белоруссии после нескольких лет перерыва. Гомель, Могилев и Речица. Так что представительство большое, и количество людей, борьба упорная. Несмотря на то, что девочки 10, 11, 12, 13 лет, они показывают хорошую технику. И борьба очень серьезная. Как программы «До дня города» осталось 44 дня, на этой неделе вы увидите летопись Славутича 1998-1999 года. Чтобы была работа, чтобы были деньги, чтобы был мир в доме, чтобы был мир в нашей стране, в нашем государстве. Кінець 1998 та початок 1999 року принесли ще одну біду для славутичан. Мы вперше зіткнулися с проблемой затримки заробітних плат. А кроме того, вы посмотрите один из лучших танцевальных турниров – Кубок Славутича 2008. Так это было 10 лет назад. Приходьте, люди, на вечер в клуб. Там будут танцы. Танцы.
Напоминаю, эту программу вы увидите в четверг в 19:20. И несмотря на то, что работники из ЖКЦ на прошлой неделе обратились к словчанам с просьбой не мусорить и убирать за собой, в воскресенье во дворе Таллинского квартала мы увидели вот такую картину. Увы, увы. Еще для тех, кто подзабыл, как бросать в мусор пустые пластиковые бутылки, небольшой видеоролик. А еще словачанин Алексей интересуется, а что это за горы строительного мусора кто-то организовал возле 4-й школы? А? На недавно состоявшемся в Баку чемпионате Европы по прыжкам на батуте сборная Украины заняла 3-е место. В состав сборной ходил и экс-словачанин Дмитрий Собакарь. И это приятно. Наш воспитанник. Украин идманчысының әрекеттәрі мүкшәммәл алыныр, амма бұрда мүәйген қатарлар бар, идманчы даға шоқ мәркезді дейл. Сёма, детка, слухай тетю Розу и привыкай соображать. Женщины не молодеют, они просто становятся умнее, и шансов у тебя все меньше и меньше. На численні прохання глядачів. Запрошуємо вас відвідати одеські дворики, послухати одеські анекдоти та пройтися по привозу. Все це та трішечки більше у яскравому шоу, де ви почуєте смішні ліричні історії одеського дворика від естрадних виконавців Чернігівського філармонійного центру. 20 квітня, 18:30. Киноконцертный комплекс «Міста Славутич». Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале «Славутич подчеркивание лайф» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич».